Всем приветики, мои секретики, и вы сейчас на канале Secret Talk, и сегодня с вами снова я, Силия, и сегодня у нас выходит видеоролик на тему влог, а точнее, как проходит наш день в России. Что ж, давайте же не будем затягивать и уже поскорее начнем. Всем приятного просмотра. Господи. Алло, да, Лео, ты чего так это будешь рано? Силия, привет, вы что, еще не проснулись? Нет. Мы еще спали. Сколько у вас сейчас время? У нас 9. 9? И вы еще не встали? Нет. Если что, если мы поехали на Олимпиаду, то это не значит, что у нас здесь подъем, как в каком-то лагере в 6 и так далее. Короче, Лео. Да, ладно, извини, что я тебя побеспокоила. Будет время, перезвони. Обязательно позвоню. Давай, пока-пока. Доброе утро, Риви. Силия, я же тебя, по-моему, просила отключать будильник. Прости, пожалуйста, но в любом случае, я думаю, что нам уже пора вставать. Думаешь? Уверена. А вот и кто-то уже к нам стучится. О, нет. Да? Ой, Чейз, доброе утро. Доброе утро, Силия, я надеюсь, что я вас не разбудил. Да, на самом деле, нам бы не помешало уже проснуться. А, так ты зачем пришел? Я на самом деле хотел предупредить то, что мы сейчас все собираемся уже на завтрак, как вроде идти в кафе. Пойдете с нами? О, да, мы в принципе не против, дайте нам пару минут. И мы сейчас тоже выйдем. Окей, мы тогда вас подождем либо здесь, либо на улице, наверное. Хорошо, главное, у нас есть контакты связи. Я думаю, Мэри найдет свой номер телефона. Да, хорошо, давай. До встречи. До встречи. Силия, ну что, кто-то там был? Угадай. Мэри? Нет. Может, Джоу? Нет, не Джоу. Может, Уильям? Нет, не Уильям. А может, Слава? Он вообще с нами не поехал. Риви, ой, точно. Ну, а кто это тогда? Чейз. Чё? Какой еще чиз? Сыр? Боже, Риви, ты еще не проснулась? Чейз. А, Чейз, это кто? Короче, пойдем чистить зубы. Нас ждут уже наша соседняя комната, чтобы мы пошли с ними на завтрак. Ого себе, вот это поворот. Тогда, конечно, я быстрее сейчас соберусь. Я так и знала. Силия, ты скоро там уже? По-моему, ты сама хотела послушать еще 100 своих любимых песен. Неправда. Он сказал, что они вроде будут здесь. А вот они. О, Силия, привет. И привет, Риви. О, да, я Риви. Круто. Может, мы отойдем? А то здесь чересчур громкая музыка. Да, я тоже так думаю. Ну что, и куда мы пойдем есть? Ну, вообще, мы планировали остановиться здесь. Да, кстати, я Уильям. Очень приятно познакомиться. Уильям, я Силия. Да, мы уже знакомы. Знакомы? Когда это вы познакомились? А мы участвовали в одном проекте, Мэри. А, как мило. А, я Риви. Очень приятно познакомиться, Риви. Взаимно. Так, ну что, ребятки, все-таки куда мы пойдем? Надо определиться же. На самом деле, я был здесь неоднократно и знаю, что здесь, на самом деле, очень даже вкусно готовят. Есть, конечно, еще один классный морской ресторанчик, но я думаю, что сейчас туда не самое время идти. В смысле не самое время? Я вот лично готова именно туда сейчас пойти. Так что предлагаю нам все направиться именно туда. Мэри, до туда очень далеко. И что? Боже, я специально не взяла эту нудилу с нашей комнаты, чтобы она здесь не устраивала такие всякие концерты. А здесь, оказывается, теперь ты это все устраиваешь. Спасибо, Чейз. Мэри, ты побольше возмущайся. Если, ребята, вы все не против, то пойдемте в это морское кафе, если вам здесь не нравится. Но хотя сколько у нас есть времени в запасе? Вот мы и не знаем. Поехали, короче, уже все в морской ресторан. Мэри, все, с ней невозможно, пойдемте уже. Ты сюда нас хотел привезти? Да, здесь на самом деле очень довольно вкусно. И еще одни ваши 2 заказа. О, неужели это мой? А нужно ли что-нибудь добавить, какие-нибудь соусы, либо еще что-нибудь? Столовые приборы. Да, сейчас принесем. Пожалуйста, столовые приборы, приятного аппетита. Спасибо, спасибо. Стойте, то есть вы хотите сказать, то, что Мэри заказала всего один ролл себе? Я никогда больше сюда не пойду. Мэри, ты заказала себе только один ролл? Ты наешься? В смысле, а вы себе что здесь заказали? Вы не объешьтесь? Мы не объедимся, поверь. Да. Слушай, Уильям, ты не считаешь, что ты так много перца добавил? Я считаю, что нужно еще чуть-чуть.
Как жжет! Куда мне сходить? Тебе нужно срочно выпить воды. Где? Из унитаза? Да, точно, иди. Что? Риви, что ты сказал? А что я в таком случае могу еще предложить? Ну, я надеюсь, что он не воспользуется твоей сумасшедшей идеей, потому что это сумасшедшая идея. Да. Ребят, я наелась, больше не могу. А кто-то хочет съесть за меня? Силия, ты, например? Я думаю, ты частенько подъедаешь за Лео. Что, прости, Мэри? Зачем ты мне дала свои палочки? Чтобы ты доела. Нет, прости, я не хочу есть, и вообще я хочу подышать свежим воздухом, так что пойду присяду, полюбуюсь прекрасными видами. Это правильно. Фух, все помогло. Девочки, мне только что позвонила мисс Уотсон, и она сказала то, что мы немедленно должны прийти в наш номер, а точнее в наши квартиры, потому что сейчас мы собираемся и едем на какую-то... Не знаю, первый этап Олимпиады, что ли? Чего? Что? Первый этап Олимпиады? Можете на меня не смотреть такими выпуклыми глазами? Идем, все за мной. Она совсем, что ли, с катушек съехала? Слишком о себе много возомнила. Ну что, ребят, мы приехали в школу. Вау, здесь так красиво. Да, просто круть. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу восхитительную прекрасную школу. А, ребята, пройдите, пожалуйста, вот сюда направо. Добро пожаловать, присаживайтесь. Извините, мне не хватило места. Если не хватило места, сходи за стульчиком, пожалуйста. Хорошо. В общем, ребята, сейчас вы должны будете определиться, кто в каком из наших состязаний будет участвовать в Олимпиаде. На самом деле здесь их несколько. В целом Олимпиада — это прекрасное место, где вы можете реализовать себя и показать все свои самые лучшие качества. Ну и сейчас внимательно прочитайте перечень предложенных вам тем, в которых вы можете поучаствовать. Ну что, кто в чем хочет участвовать? Я бы хотела написать эссе. Хорошо, договорились. Ты тогда пишешь эссе, да? Да, наверное. Чейз, ты что будешь делать? Я еще пока не определилась. Я хочу услышать мнение Сили. Я бы хотела попробовать себя в роли сценариста. Либо сыграть какую-либо актерскую роль. Сыграть актерскую роль занята... Стоп, в смысле? Мне понравилась эта тема. Я хочу попробовать себя в роли актрисы. Вот и хоти. Что? Чейз, давай мы все-таки найдем какую-нибудь точку понимания и будем относиться ко всем на равных. Да просто непонятно, Мэри, почему ты всегда берешь все на себя. Может, я хочу тоже актрисой попробовать быть. Ну, выбирай другой пункт тогда. Почему я должна выбирать другой пункт? Может, это ты выберешь другой пункт? Ребята, давайте потише, пожалуйста, и поспокойней. Там есть еще множество различных классных пунктов. Например, вы можете не попробовать себя в актерской роли, а попробовать себя в поэзии. В поэзии хотел бы я себя попробовать. Круто. Итак, у нас занято уже 3 пункта плана. 4. Ты просчитался, Чейз. 4 не занято. Мы еще не определились, кто из вас будет актером. В смысле не определились? Здесь же понятно. Мэри, сядь. Почему ты мне указываешь? Ты кто здесь такой, чтобы мне указывать? Ребят, давайте все реально будем поспокойней. Иначе это ни к чему хорошему точно не приведет. Силия молодец. Как всегда, вставила все свои 5 копеек. Ребят, время подходит к концу. Тут уже должны быть другие. У нас ограниченное время было? Вы сейчас серьезно? Вы здесь что мне устраиваете? Сначала какие-то разборки, вы совершеннолетние, уже взрослые люди. И вы не можете разобраться, кто в чем хочет участвовать. Да кто вы вообще? Зачем вы приехали на эту Олимпиаду? Сумасшедшие просто. Почему я должна это все терпеть? Я актрисой буду. Все, выходите. Ваше время истекло. Дальше вы идете подписывать документ. Могут ли они еще подумать? Да, конечно. Так, ребят, я думаю, во-первых, нам нужно прийти всем к какому-то... согласию и больше так не ругаться и не устраивать такие концерты, как это было. Да, Чейз и Мэри, это Риви все начала. Зачем она подается на роль какой-то актрисы, если она ее не сможет сыграть? В смысле не смогу? Ты что, знаешь мои способности? Я знаю, что ты не способна на это. В общем, я актриса. Давай ты будешь актрисой и все завалишь. Чейз, ну вот видите. И что, как здесь с ним можно прийти к какому-то согласию? Так, все, с меня хватит. Я больше не участвую в вашей этой конторе. Меня все это напрягает очень сильно и раздражает. Вы только мне портите нервную систему мою. Я уже устала держать этот гнев за зубами. И я считаю, что она просто здесь выскочка.
и никому не нужна, мы и без нее справимся. Но она нам нужна, потому что она же не может одно состязание просто пустовать. Ребят, стойте! Мэри, наверное, сейчас пошла подписывать документ, то, что она будет актрисой. Ну, участвовать в этой роли. Господи, блин. Можете ставить галочку здесь и расписываться тут. Мэри, ай, эй, зачем выхватила у меня ручку? Отдай! Так, девочки, что за драка здесь? Мэри, она отобрала у меня ручку. Она серьезно? Ну, поплачь еще здесь. Мы не обговорили еще, мы ничего не обсудили. Она просто пришла расписаться. Отдайте мне ручку, пожалуйста. Ребят, вы точно участвуете в этой олимпиаде? И вам точно есть 18 лет? Хочу, чтобы вы ведете себя как дети. Между прочим, мне уже пожаловались на вас. Она подписала? Ничего она не подписала. Решайте, прямо здесь, сейчас. Короче, давайте проголосуем. Я честно за Риви. Думаю, у нее лучше получится. А я за Риви. Я тоже за Риви. Тогда Риви будет актрисой. И она записывается на эту роль. А ты хочешь этого, Риви? Я думаю, да. Подписывайте, ребята, документы. Все, молодцы, ребята, документы ваши сделаны. А если что, мы вам всем пришлем информацию. Завтра начинается олимпиада. Все, теперь мы можем идти отдыхать и готовиться морально. Я подписала на актрису. Ты будешь сценаристом. Потом эссе у нас будет писать Ксюша. Режиссер. Режиссер? Кто режиссер? Режиссер Мэри, по-моему. Мэри? Только не это. Она будет ставить мой сценарий и будет его корректировать? Нет, 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 нет. Риви, там же это все проходит, ну, на этих этапах, она может не пройти. Девочки, привет. Вы не против, если я к вам загляну? Да, конечно, проходи. Уже в курсе то, что Мэри режиссер? К сожалению, да. Очень неприятное известие. На этом секретики наш видеоролик подходит к концу. Если вы хотите узнать, как будет проходить наша олимпиада, то обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну, а также ставьте лайки, если вам понравился этот видеоролик, и в комментариях пишите, ждете ли вы продолжение и как вы думаете, сдружимся ли мы все-таки как-то с Мэри или же нет. Ну, а на этом все. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике.